корпорация «Росатом» является одним из ключевых участников национального проекта «Экология», в рамках которого работает сразу в двух направлениях. Создает инфраструктуру для обращения с промышленными отходами первого и второго классов и ликвидирует объекты накопленного вреда. Реализация проекта такого масштаба, важности и географии уникальна и требует системного подхода, передовых технологий и, конечно, серьезной компетенции. Федеральный экологический оператор — это одно из ведущих предприятий «Росатома», и именно ему и было поручено решение этой задачи. В рамках проекта «Инфраструктура для обращения с отходами первого-второго классов опасности» Федеральный экологический оператор создает в России комплексную систему, которая включает в себя разработку и запуск государственной информационной системы по обращению с отходами первого и второго классов ГИС-ОПВК и производственно-логистическую инфраструктуру для их переработки. ГИС-ОПВК — это цифровой портал, который позволит сформировать новую систему отношений между участниками сферы обращения с отходами первого и второго классов. Он позволит производить учет и контролировать потоки движения отходов от источника их образования до места переработки. Выстраивать оптимальную логистику и моделировать наилучшее размещение инфраструктуры. Выявлять нарушения. С 1 сентября 2020 года система уже работает в тестовом режиме. А через два года компании из всех российских регионов будут обязаны осуществлять работу с отходами первого и второго классов через ГИС-ОПВК. Для переработки этих отходов будут созданы 7 экотехнопарков — современных предприятий, оснащенных передовыми российскими и зарубежными технологиями. Первые 4 экотехнопарка будут расположены на территории уже существующих объектов с мощной промышленной и социальной инфраструктурой, бывших заводов по уничтожению химического оружия. В экотехнопарках планируется переработка 330 видов отходов первого-второго класса опасности. Технологии переработки будут замкнуты в единый производственный цикл, когда продукты одних стадий будут являться сырьем для других. Опасные отходы вернутся в хозяйственный оборот ценными металлами, стеклом, безопасными солями, сырьем для химической промышленности, удобрениями и материалами для рекультивации. В рамках федерального проекта «Чистая страна» «Росатом» ведет работы по рекультивации объектов накопленного экологического вреда в Иркутской, Челябинской и Ленинградской областях. Технические решения для этого разработаны с учетом международного опыта и в соответствии с рекомендациями ведущих научных институтов. Полный комплекс работ по проектам планируется завершить к концу 2024 года. Реализация национального проекта «Экология» требует комплексного подхода и совместной работы на перспективу. Федеральный научно-образовательный консорциум «Передовые экотехнологии», объединивший ведущие российские вузы, уже занимается определением будущих приоритетных направлений научно-технического развития, разработкой новых отечественных технологий, подготовкой молодых специалистов. Только вместе, только объединив усилия, мы передадим нашу страну будущим поколениям процветающей и безопасной для жизни.